бой на смертный бой. Вставайте, люди больные, за нашу землю честную. Вставайте, люди русские, на славный бой, на смертный бой. Вставайте, люди больные, за нашу землю честную. Живым бойцам почет и честь, а мертвых слава вечная. За отчий дом, за русский край. Вставайте, люди русские, вставайте, люди русские, на славный бой, на смертный бой. Вставайте, люди больные, за нашу землю честную. Вставайте, люди русские, на славный бой, на смертный бой. Вставайте, люди больные, за нашу землю честную. Живым бойцам почет и честь, а мертвым слава вечная. За отчий дом, за русский край. Вставайте, люди русские, вставайте, люди русские, на славный бой, на смертный бой. Вставайте, люди больные, за нашу землю честную. Мы находимся в Московском музее народной графики. Это еще один московский музей, над которым нависла угроза вплоть до его ликвидации, до его закрытия. Более подробно о ситуации нам расскажет основатель и нынешний директор этого музея Пензин Виктор Петрович. Здравствуйте, Виктор Петрович. Здравствуйте. Насколько я знаю, вы не просто руководитель этого музея, вы его основатель. История создания этого музея. Прошу вас. Значит, музей был создан в 89 году на базе моей коллекции, на базе творческих работ мастерской народной графики, которую я создал еще в 1982 году, и в которую входило 120 человек художников со всей страны. И вот на этих творческих работах, которые мы там выполняли, на базе моей коллекции, на базе, еще раз повторяю, этой мастерской народной графики, создался этот музей. Рождался он очень тяжело и в больших муках. Вы понимаете, что музей находится в центре Москвы, в окружении банков и слева, и справа, и сзади, и спереди. Вот, и поэтому, значит, долго не давали, так сказать, и, ну, на государственность. И только лишь в 96-м году того века, когда в Пушкинском музее проходила конференция, посвященная 150-летию со дня рождения Дмитрия Александровича Равинского и 100-летия музея, за подписью 23 музея, я их буду перечислять не буду, на обращение обратились к Лужкову, чтобы музею дали статус государственного. Так что это, и вот в 2003 году, значит, он, музей, получил государственность. Но до этого он был в начале Всероссийский фонд культуры, который возглавлял Проскурин, и впоследствии, значит, потом он был просто общественный музей до 2003 года. И только с 2003 года стал государственным. Значит, в этом году, в 2014 году, если считать, первого приказа, который я был назначен, номер 8, в августе, 28 августа, значит, мы будем исправлять 25 лет музею, четверть века. Виктор Петрович, никто, кроме вас, скорее всего, не может сказать простыми русскими словами о важности Лубка.
о важности лубка как вида народного, старинного народного русского искусства. Я могу сказать, что этот музей, это целый жанр. Это, как говорится, лубок, лубок, народное искусство. Это как бы явление в русском изобразительном искусстве. Из лубка вышли такие промыслы, как Федоскина, только, как говорится, в объеме, Богородская, Гжель, и я не буду перечислять все промыслы, но они все вышли из лубка, то есть все те сюжеты, все, так сказать, пластика, композиции, и поэтому лубок – это как бы фундамент всего народного творчества, и он является, это база всего изобразительного народного искусства. И в дальнейшем, ведь Петр I, лубок, на лубочных листах Петр I, будучи император, учился и впитывал мудрость народную, и потом, когда он наездился по Голландии и так далее, по другим, это он, к нему пришла счастливая мысль создать Академию художеств. Но он уже, правда, не успел, так сказать, но идея и автор Академии художеств это была и принадлежала Петру I. Лубок еще является, значит, не только помощью для народных промыслов, он же прежде всего является и еще, это те же прототипы современных СМИ. Он заменял и журналы, ведь то и газеты, и, в общем, и распространение всех этих идей, которые были через посредством лубка. Потому что там, прежде всего, это изображение и текст. А небольшие размеры были, почему? Да потому что поле деятельности этого лубка, прежде всего, была изба, небольшие помещения. Это, я говорю, о разнице плаката и лубка. Ну, он был до 17-го года как бы развивался, но потом, когда уже большевики в 17-м году понадобились уже, там поменялась, так сказать, идеологическая основа, то есть понадобилось уже плакаты, обращение плаката, прежде всего, к массам, к народу, к толпе, к улице, понимаете? И это было, ну, так сказать, вот была разница между плакатом и лубком, вот она тут очевидна. А лубок – это отдельно рассматривающий зритель. Это не значит, что я смотрю отдельно один, можно заглянуть сзади, но поле деятельности, прежде всего его, это комната, изба. Виктор Петрович, я понимаю важность лубка как исторической ценности. Это часть русского народного искусства. Это то, что было важным в эпоху Петра, то, что было важным далее, то, что не потеряло важность в эпоху в советский период. Я как понимаю, что это часть самовыражения русского народа. Абсолютно правильно. Это как раз та часть, когда люди, находясь в деревнях и имея небогатый быт, все равно пытались приобрести и в свой дом поставить хоть что-то красивое, то, что радовало бы душу. Я все понимаю. Скажите, перед тем, как мы обратимся к тому, что происходит сегодня, насколько лубок имеет перспективы, помимо того, что это историческая ценность, насколько он может быть востребован сегодня и немножечко завтра? Прошу вас. Ну, во-первых, лубок, я уже озвучил, что он не только дал современному классическому академическому искусству жизнь, но он и музыкой дал. Это он, ведь смотрите, Петрушка Стравинского, так сказать, это тот же самый лубок. Понимаете, значит, он как бы, лубок, он как бы является составной частью. Ну, вот когда смотрим, я много объехал с выставками планету, около 30 стран, от Австралии, Африки и так далее, и так далее. Вы понимаете, у каждого народа свои самые, так сказать, суть. Я везу из Африки это маски, из Мехико сомбреро, так из Японии или Китая китайский лубок, где, кстати, очень сильно развиты во Вьетнаме, в Китае вот этот китайский лубок. Вот. И там это все сохраняется. В этих странах, как Мехико, как Китай, там есть музеи федерального значения. Представляете, они его берегут, и не случайно мексиканцы
американская графика. Я, кстати, был в 80-м году, и они подарили нашему музею свою графику именно в наш музей. Хотя им было предложение и для Эрмитажа, и для Пушкинского. Но они сказали, нет, мы своим, как говорится, коллегам по жанру. Поэтому вот это говорит о нашем международном признании нашего музея. Давайте немножечко тогда будем подходить к ситуации сегодняшнего дня. Скажите, что происходит? Вас пытаются переселить. Вам что-то другое предлагают. Что происходит? Вы понимаете, в чем дело? Ну, вы сами знаете, что есть такой, вышел закон 83-й, федеральный закон, где идет об объединении этих всех музеев в управленческом аппарате. Но есть, музеи же, они имеют разную направленность, это же невозможно все. Ну, вот я сейчас хочу вам сказать, самое основное, я считаю, что нас... Сперва в начале, почему-то вот наш музей, я не знаю почему, но вот в течение всей истории у меня все время трудности не дают как бы спокойно развиваться в музее. В начале, в 11 году пытались объединить меня с музеем Садовое кольцо, которое находится по правую сторону Садового кольца. Это абсолютно краеведческий музей, которому самому самое место быть в музеях Москвы, в музейном объединении. Но нет, он процветает до сих пор. И благодаря тому, что мы обратились к Путину и к Жириновскому, нас как бы оставили в покое. Но только в покое. Пока. Неожиданно. Какой-то период времени, да, вас это вот, так сказать. А теперь вот этим летом наш друг вышел указ департамента, то есть распоряжение, приказ об объединении с музеем наивного искусства, который, значит, он находится, значит, на другом конце города. Это музей самодеятельного искусства, который, так сказать, если Лубок это полиграфический, сугубо профессиональный вид искусства и имеет историю как минимум 500 лет, то есть первые лубки были созданы в Киевской Печерской лавре в 1630 году, и только через 30 лет они в Москве, благодаря, конечно, возникновению первого печатника Ивана Федорова, это апостола книги, понимаете, Лубок, понимаете, какую историю имеет, а самодеятельное искусство – это наивного, музей наивного искусства. То есть мы с абсолютно разнопрофильные музеи, которые как бы, ну, никак нельзя их в одну упряжку, потому что у них свой, я не против, как говорится, этого музея, пусть ради Бога развивает, но зачем этот-то музей, его, так сказать, и делает его, кстати, головным музеем, а наш музей, получается, он ликвидирован как юридическое лицо. Вы потеряете свое лицо, да, вы потеряете свою уже потерял, но нам как бы объясняют, нет, у нас было собрание здесь, приходили представители из департамента культуры, была Прончева, значит, и Горянов, так сказать, Антон Валентинович. Значит, кроме о том, что это выгода, так сказать, экономически... Все упирается в материальных. Все только в материальных. Но за этим теряется... А духовная историческая ценность? Нет, это не было слова. Вот посмотрите, сколько писем мы написали. Мы пишем, вы понимаете, и... Но вы уже превращаетесь в какую-то газету, да, а не в музей. Да, не то слово. Потому что, ну, это просто никакие уже, я даже не знаю, чем все объяснить. С одной стороны, сверху, как говорится, по помощь народному искусству, а с другой стороны, идет уничтожение русской культуры. Я знаю, что вот уже как бы такой же вот, такая проблема музея Матрешки, например, который... Я снимал о них репортаж, да, и, кстати, ничего ему не смогли сделать, его ликвидировали. Ликвидировали. Да. Вот считайте. Нет больше его в Москве. Нет в Москве. Ну нет. Вот, значит, считайте последний приказ. Вот как, кстати, правильно в интернете сказано, что сейчас я стою на мостике тонущего корабля. Ну вот сейчас закончится, я остался последний. Назначить директором, наивного искусства и все. Виктор Петрович, с матрешкой ситуация более плачевная, потому что мы даже не успели снять изнутри залы. Мы даже не успели запечатлеть действительно неповторимые интерьеры.
мы так и не смогли запечатлеть вот эти вот самые уникальные матрешки. Ну, считайте, что мне повезло благодаря этой Олимпиаде. Сейчас все руководство находится в Сочи, и поэтому им сейчас немножко не до меня. Но я вас уверяю, как только они приедут, значит, уже можно смело считать, что музей даже замок повесит. Уже у меня опечатаны фонды. Опечатанные, значит, я практически доживаю последние дни. Вы прекрасно посмотрите, какой был замечательный музей с игрушками, как говорится, которые. А теперь, смотрите, тут как бы немножко пусто и грустно. У меня нет никакого уже, понимаете, у меня руки отбили уже дальше. Это моя жизнь. Я отдал всю жизнь этому музею. А посмотрите, какие журналы, а сколько вы выступили в защиту этого музея. Как вы считаете, ваши оппоненты, как я понимаю, это представители культурной элиты России? Ну да. Как я понимаю, ну, так называемые. Как вы считаете, они не понимают, что они делают? А вы знаете, вот я тут недавно беседовал, не буду называть фамилию, потому что, так сказать, это да, в департаменте культуры. А он сказал так, ну если ты уйдешь... Музея не будет. Ну, одним музеем больше. Очень культурный человек. Да, да. Одним музеем больше и музеем меньше. То есть, меньше. Все-таки они понимают, что они хоронят часть русского культурного наследия. Абсолютно правильно. И говорят, хладнокровно. Хладнокровно. Одним больше музеем, одним меньше или больше. Нам, как говорится, ничего страшного. Вот и все. Вот немножечко дурацкий вопрос. Как вы считаете, помимо культурной исторической ценности, картины, представленные здесь, Лубок, материальную ценность имеют? О, если вы знали, какую. Вот вы считаете, что я мог бы, вот каждый Лубок я собирал, как говорится, отказывал себе во всем. Тот же Сотбис. Да, любой зарубежный аукцион. Абсолютно правильно. Да, вы уж поверьте мне, сейчас один, да вы зайдите в любой антикварный магазин. Я намеренно спрашиваю. Значит, средняя цена, просто средняя цена, это уже на десятки тысяч, ну, минимум 50, 60, 100 тысяч. Понимаете, вот что такое стоимость одного лубка. А вот теперь помножьте все, что здесь есть, и в фондах 1500 лубков, и то, что висит здесь, вот какой я. Но я все отдал России, родине, Москве, как угодно называется. Значит, а меня просто за это выгнали. Еще один провокационный вопрос. Допустим, не дай бог, допустим, вас закрыли, прошло 2-3 года. Есть ли какая-то точка невозврата? Сможете ли вы, допустим, если наше правительство одумается, те же самые особо культурные люди Министерства культуры поймут и осознают, во что я сам не верю. Как вы считаете, сможете ли вы или сможет ли Россия, русский народ восстановить утерянное? Вы знаете, а зачем это вот ждать то, что будет, когда еще не поздно, еще, понимаете, еще счет нашего музея еще не закрыт. Вот, понимаете, еще не закрыт. Зачем же делать, ждать, как видите... Я вас спрашиваю, потому что, например, музей Матрешки, я беседовал недавно с руководительницей этого музея, и мне люди сказали, что даже если сейчас попытаться его восстановить в том объеме, как он был, уже придется приложить много усилий. Через несколько лет эта задача будет невыполнима. То есть мы эту матрешку просто навсегда потеряли. И все. Да так оно и вышло. Меня просто удивляет двойные стандарты высокого руководства. Говорят одно, а делают другое. Виктор Петрович, я вас попрошу обратиться в камеру. И если, допустим... Самые высокие чины, от которых зависит судьба вашего музея, если это действительно русские люди, хоть что-то патриотическое им не чуждо, что бы вы им сказали? А я просто хочу сказать, что вы понимаете, что у нас идет странная сейчас ситуация. В начале образования, вы понимаете, до сих пор скандалы, потом медицина, теперь, значит, культура. Если сейчас культура будет как бы разрушена уже в основополагающих своих аспектах, как говорится, я не хочу... То есть, это поговорка «Иваны, не помнящие родства», она все-таки оно уже очень оживет. Близко, и оно оживет. То дальше для России будет просто тишина.
Вот Виктор есть такое выражение. Что вы хотите, чтобы вас оставили в покое, дали возможность работать, трудиться дальше? Вот сформулируйте, что вам нужно сейчас? Вы знаете, я департаменту говорил, если это, ну кто же лучше заинтересован в музее, как я, потому что это мое детище. Я сказал, музей через 5, 2, 3, 4 года будет лучший музей в стране. Здесь будет не только 1500, будет это здесь... Это уже более чем достойный музей, я сниму и покажу зрителю, где мы находимся. Будет и 20000 лубков, и так сказать, у нас, вы понимаете, вот здесь у меня художники имеют за счастье, чтобы подарить свои работы в фонды нашего музея, не требуя никаких... Но художник не чиновник. Да, он отдает... Художник хочет иметь имя в веках, вот, а не деньги на карман абсолютно сегодня, правильно. Любым путем. Вот, вот разница между чиновниками. Этот музей будет гордостью нашей России, если он останется... Но я считаю, что он уже гордость, потому что вам удалось собрать такие уникальные экспонаты под одной крышей. Ну, я еще хочу сказать, что у меня и выставок-то около 700. Это от Австралии до Мексики, от Колумбии до Эквадора, от Англии до Италии. Папа Римский, вот я, так сказать, Библию Кореня, которую мы восстановили, она находится вон в первом зале. Значит, она была принята в пинакотеку Библии Ватикана. Это говорит о очень многом. Кстати, я еще являюсь и учредителем этого музея, но по этому 83-му закону меня выкинули как учредителя. Учредитель теперь только государство. Я теперь вообще просто, выкинули и все. И что я хочу сказать, что будущее, мне жаль, конечно, что национальный вопрос вот так решается, как сейчас. Это неправильно, это прежде всего и, ну, Россия рано или поздно, я не знаю, очнется ото сна, что ли, и будет восстанавливать это все. У нас приливы, отливы. Виктор Петрович, когда я поднимался по лестнице сюда на второй этаж, заходя в коридоре, я увидел очень много красивых плакатов. Как я понимаю, это свидетельство тех выставок, которые здесь проходили. Да, вы понимаете, каждый год у нас среднее количество выставок, это почти, ведь 10 лет, когда я стал государственным, кроме электричества, оплаты, касаясь бытовых услуг, музею ничего не давали. Можете представить? И я зарабатывал. А как же ремонт и все остальное? Так, вот ремонт, зарплата персоналу. Да, персоналу. Ну, во-первых, нас было очень мало людей всего каждый год. Нам всего года два тому назад дали зам по науке. Можете себе представить? И главного хранителя. И то она попал в ставки. Это сейчас мне вдруг неожиданно повалило эти все это деньги. Это в самой богатой стране мира, которая продает углеводороды на Запад. Вот. Где олигархи покупают яхты. Вот, понимаете, в чем дело? Но я знал, что это осознанно идет, так сказать, направленность на этот музей. Ведь Лужков-то подписал нам приказ, но он сказал, денег я не дам. Но чиновники-то все... кабинетах-то все то они есть, остались. Юрий Михайлович, не дав денег, но он сказал, душить я вас не буду, существовать, просто денег не дам. Да. Сможете выжить? Выжить. Но уже сейчас вас такие условия устроили бы сегодня? Вы знаете, ну, пусть даже такие, потому что я знаю, что у меня столько приглашений по стране, которые хотят иметь выставки. У нас и антиалкогольная выставка. Ведь вы знаете, Лубок, он настолько многолик, он ведь выполняет, он, смотрите, по залам, он и военный Лубок, патриотические чувства, и духовный Лубок, и антиалкогольный. Я сюда водил детей каждый день. А теперь вернемся по плакатам. Каждый год у нас в средний выставок 58 выставок. В этом году 51, и вдруг неожиданно, да, но наконец-то нам дали 32 единицы дополнительные на штатное расписание. Вы можете себе представить? И деньги дали. Но я вас уверяю, эти и деньги, и штаты, это все уже не принадлежит Музею народной графики, а наивному искусству, самодеятельному искусству. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами продолжили беседу. У меня сегодня замечательный специалист, который сейчас находится здесь,
Лидия Яковлевна Таежная, это член экспертного совета по народному искусству Московской области. Она может уже теоретически обосновать, что такое лубок вот, в нашем и самодеятельное искусство. Вы знаете, мы не поленимся, пройдем по залам, поскольку этот музей действительно того стоит. Мы постараемся снять самые уникальные экспонаты, хотя здесь все, я думаю, уникальное. И воспользуемся услугами вашего гида, которого вы нам представите. Значит, еще раз, ваше основное требование к власть имущим, к людям, от кого зависит, вот прямо туда, могу на сказать, камеру. Можете начать, Владимир Владимирович. Вот я как раз хотел Можете сказать. Начать, да, Владимир Владимирович, значит, благодаря вашей обращение, задай вопрос Путину, значит, департамент культуры приостановил объединение нашего, моего музея с Садовым кольцом, которому место, как говорится, в музеях Москвы, в музейном объединении. Я обращаюсь второй раз, Владимир Владимирович, от вас сейчас зависит, именно только от вас, потому что я вам, мы обращаемся и в Думу, я уж не знаю, и в журналы, и, кстати, у меня сейчас выставка, даже поддержала меня Слобода Александровская, Ярославль. Они все меня поддерживают, и даже журналы. И тут это все доказательство. Но ничего пока нет. Только вы можете сказать, и все встанет опять на старые места. Я надеюсь на ваше помощь в этом вопросе. Он самый важный. Это вопрос и национальности, и национального вопроса, и культуры, и будущего России. То есть мы дожили до того дня, когда, что бы ни происходило в стране, обязательно к президенту. Действительно, да, но это действительно к нему. Когда же это кончится? Все вопросы только к нему. Это же не порядок. Спасибо вам огромное за столь содержательную беседу. Со своей стороны хочу сказать, что да, действительно, музей уникальный. Я могу вам сказать большое спасибо за то, что вы его создали, как человек, который ценит искусство. Хочу сказать, что понимаю, что вам было сложно, и все-таки надеюсь на то, что ваш музей сможет выжить. Удачи вам. Спасибо вам. Уважаемая Лидия Яковлевна, хочу вас спросить. Скажите, а почему вас нельзя отсюда переносить? Имеет ли вот это месторасположение какую-то историческую культурную подоплеку? Прошу вас. Да, конечно, имеет. В 300 метрах примерно от этого места находится храм Живоначальной Троицы в Листах. И название этот храм получил благодаря тому, что сами лубки воспринимались как листы. И находились на ограде храма. То есть дореволюционный период? Это начиная с 17 века, продолжалось вплоть до предреволюционного времени. Тогда, когда лубок производился широко, и реализация его проходила на улицах, на Красной площади. То есть возле вот этого храма? Да, вот, и возле этого храма тоже. И там же недалеко находились мастерские, в которых сами мастера лубочных дел, они производили эти картинки народные. Вот такая связь. Это связь краеведческая. Если, то есть это отдельная тема, которая может заинтересовать наших московских краеведов. Они могут посвятить этому целое исследование. А мы со своей стороны можем организовывать экскурсии. В общем, эти экскурсии могут проходить по улицам ближайшим, по Сретенке. На этом можно воспитывать очень хорошо наше подрастающее поколение школьников и детей. Лидия Яковлевна, я осмелюсь попросить вас провести экскурсию, дабы мы смогли показать зрителю, с какими экспонатами мы имеем дело в этом музее, с этими уникальными редчайшими работами. Начинать разговор о лубке, поскольку уже есть сказано директором музея такие слова, действительно определяющие об экспозиции, к тому же он формировал эту коллекцию, надо здесь все-таки подчеркнуть и иметь в виду то, что лубок, он имеет еще и значение как того вида творчества, который возник, или, по крайней мере, заявила себе, может быть, в миниатюрах книжных, в книгах Священного Писания, как изображение слова.
Вот изображение слова – это неотъемлемая часть и христианской культуры, ну, православной, естественно, поскольку мы страна православная. И уже в дальнейшем это продолжается как традиция. Причем вообще в предметах народного искусства, если говорить о изделиях из дерева, изделиях из металла, драгоценные вещи, скажем, серебряные ковши, небольшие чарочки, выполненные из золота, они тоже имели дарственные надписи. То есть сочетание слова, такого приветственного слова, слова, которое необходимо было как некое дарение, тоже есть и на лупке. Причем на лупке это выражается более полно, потому что это могут быть песни, так и называется иногда лубок, песня. И, кстати, этот лубок, как отметил Виктор Петрович, он может восприниматься как некий такой материал, необходимый для народного творчества. Кстати, в Федоскинской миниатюре немало мы встречаем подобных сюжетов. Вот эта вот связь, казалось бы, отдельных видов народного искусства с лубком, с его основной такой спецификой, в других видах она проявляется, это очень ценно. Это вообще, ну, как бы в лубке сосредоточено, сконцентрирована вообще вот эта и культура и древности, которая может быть, ну, уже в последующее время, когда возникают другие жанры народного искусства, она как-то постепенно забывается. Но вот если мы говорим о больших таких значимых жанрах, то, конечно, мы всегда это видим, и именно на этом нужно строить свое понимание изделий народного искусства, произведений, говорить о произведениях народных художественных промыслов, тогда мы это ощущаем в полноте. Вот это говорит о том, что сами произведения, ну, я имею в виду народные картинки, они, конечно, имеют определенные периоды развития. Вот, если книгопечатание начинается в XVI веке, может быть, неудачные были первые опыты, но потом-то они, конечно, о себе заявляют, эти опыты, и становятся нормой, издаются книги. И, кстати, есть у нас еще один такой краеведческий, может быть, пункт, о котором мы вполне можем говорить, не забывая и о нашем музее, и о храме Живоначальной Троицы в Листах, это храм Успения в Печатниках. Он находится тоже примерно в таком же расстоянии, как и храм, только по другую сторону от нашего музея. И тоже, может быть, рассматриваем, если совершается такая прогулка по Сретенке, вообще по ближайшим улицам. Потому что это храм, который построен на средства тоже печатников Государева печатного двора. Можно даже в такой совокупности их рассматривать, рассказывать, объяснять. Это тоже весьма интересная такая история. Если говорить о развитии лубка, о том, что там, 16 век дает еще нам образцы религиозного лубка, 16-17 век, то уже 18 век мы получаем некие такие другие темы, они более светские, и происходит какая-то трансформация. Возможно, Петровское время действительно повлияло как-то на жизнь таким коренным образом. И сопоставление это, может быть, в XVIII веке было очень болезненным, там, когда остригали бороды, и это тоже запечатлено в лубке. Но потом, когда через два века, через три века смотришь вот на эти изображения, конечно, они воспринимаются уже совсем по-другому. Пресвятая Богородица, Пресвятая Богородица, Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Пресвятая Богородице, спаси нас. Доведенная до края, ты ни разу не сдавалась, заливаясь морем крови и пропев последний гимн. Ты распятая оказалась перед полчищем ублюдков из великой и державной. Стало кладбищем руин. Поднимись, святая Русь, здесь живу я и молюсь. Здесь увидел белый свет и любовь страна. Ты Россия, мать моя, за тебя я здесь молюсь, за Богом избранную Русь, за Богом избранную Русь. И топтали, и кололи, унижали и рубили, опускали на колени, но боялись как огня. Ты жива, пока ты с Богом, православная Россия, над тобою распластала Матерь Божья покрова. Поднимись, святая Русь, здесь живу я и молюсь. Здесь увидел белый свет и любовью был согрет. Православная страна, ты Россия, мать моя, за тебя я здесь молюсь, за Богом избранную Русь, за Богом избранную Русь. Доведенная до края, ни разу не сдавалась, заливаясь морем крови и пропев последний гимн.